Итак, у нас обзор снаряжения походного, туристического, три в одном. Топор, ножик и пила. Говно редко, никому не советую. Мне подарили это на день рождения. Пользовался пару раз, но крайне недоволен. Все очень хлипенько. Ну как, сама лопата, сам топор вроде как, дай бог, нормальный, но вот эта трубочка, к которой они крепятся, очень-очень говняная. Так, все выглядит вот эта пила. Оно всовывается вот на клипсу на эту. Оп, закрепилось, видите? Нифига она не держится. Пилить вообще неудобно. Если только вот так держать в руке, но в руке оно царапается, режется, неудобно. Отпилить в принципе что-то можно, но очень неудобно. Так, у нас 4 даже в одном, я забыл. Еще у нас нож вот такой. Опять же, нож. Если без этой трубочки, то пилить им, резать что-то можно. Открыть бутылку пива, какой-то гвоздь вытащить, но очень тонкий металл, гнется. Единственный плюс, что можно это все спрятать, вот трубочку. Топор. Топор у нас абсолютно никак не крепится. То есть можно его вбить сюда кирпичом и порубать какие-то, я не знаю, веточки. Дрова он рубать не будет. Он отлетит вашему товарищу в голову. Особенно если вы, как все, бухаете на пикниках, а не просто жарите шашлыки. Лопата. Лопата у нас тоже максимум, что можно выкопать ямку в песке, чтобы покакать и потом зарыть. Больше она ни для чего не годится. Так что смотрите, это самый дешевый набор, который продается на Укра, на Сланда, на OLX и в интернете. Сейчас может в районе там 200 гривен он стоит. Не надо такую хрень покупать. Купите что-то нормальное или все по отдельности носите. 4 в одном — это 4 проблемы, с которыми вы столкнетесь, когда что-то захотите сделать. Так что такое барахло не берите. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обсуждайте. До новых встреч!